Перед вами горит дом местных жителей. Куда прилетел минометный снаряд. Еще буквально полчаса назад он только дымился, нам нихуя не разрешили оттуда взять. А теперь все это добро просто сгорает. Вот это да! Дом, наш милый дом сгорел. Что ж мы будем стиралка, делать? Стиралка, телевизор. Что там? Да там добра было сколько! Шмотки были! Кадету курточка новая была! Ёлки-палки! Вот это пылает! Вообще, ля, там подвал даже сгорел, ля! Если бы знал, я в акустику все-таки спиздил. Сейчас, подожди. А тебе нельзя, да? Удалим. Закроем лицо. Да не, в интернет не будем выкладывать. Это чисто для себя. Да, это выложим. Компот.